Говорит, что они просто будут через бумажку. Угу. Я просто скажу, сейчас я вспомню. Да, пожалуйста. Я же 13 лет. Вот круто. По-моему, там выпадает на первом же серии. Опять, сука, нарисовать игру в Paint. Блять, я так горел просто. Я уже пятый, наверное, раз. Я уже... Очень везет, слушать не было возможности. А в чем условие рисования игры в Paint? Ну ты сидишь в мышке, сидишь в Paint. Да нет, а... И все, то есть как хочешь, так нарисуешь? Ну, хочешь, так нарисуешь. Вот. Я говорю, ну типа, ладно, ну ладно, нарисую. Я пищу на G5, там что-то 5 что ли К пролетает. Я начал там добавляю. А, нет, бру! Мне с первого доната дальше упадает. Просто надо на основание сука! И мне потом раз еще 5К пролетает. Я кручу там, короче, хоп, типа, колесо первое. Ну и рисовать игру, потом раз добавляю игру, плюс игра. Да, ага. Потом раз колесо кручу, я говорю, все любят колеса. Я кручу еще раз колесо, мне это выпадает что-то. Еще раз любит колеса, я еще раз колесо кручу, там что-то, там, типа, сам выбираешь игру себе. У меня теперь, короче, опять колесо, потом опять колесо, потом опять колесо. Два, колесо. Вообще не колесо. Сука, такой рандом. Блядь, я так люблю этот рандом. Этот самый нидосовский генератор три раза наролил пятого мегамена, блядь, я его один раз прошел, он его, сука, причем он его ролит именно когда я жму на кнопку, понимаешь, что прошел он мне потом, на следующий день. Прошел. Ну, ладно, что прошел. Ты думаешь, он брови выпал, брови сказал, я не буду играть. Да, а потом я прошел ее очень интересно. Когда Брайан с папой очень, короче, сыграли в контру, я после них прошел его. И, конечно, на следующий день кручу, блядь, мегамен пятый, сегодня кручу, сука, опять пятый мегамен. Блядь, уходит какой-то другой. Нитрус приходит и говорит, блядь, Нитрус, твой генератор просто охуел уже, конец. Не посмотрим. Что, принести? Да. Такие же или желтые? А там, по-моему, такие больше нет, остались одни желтые. Нет, да, ну, да. Принести вкусные. Желтые заебись. А с моей, кстати, ты пробовал кислый скитлс? Нет. Я вообще пробовал? Зеленый? Нет. Короче, блин, ну тогда, короче, это скитлс, Лерина подруга привела, это америкосский, он вообще не такой, как у нас продается. Он кислый, а потом сразу же сладкий. А у нас такой хуйни нет. У нас он кислый до самого конца. А? Нет, он, ну попробуй, он другой по вкусу. Другой зеленый. Другой по вкусу, вот попробуй его. Он по вкусу другой. Вот, вот. Возьми и попробуй. Да, вкус хотел вкуса. Но он такой же, как наши зеленые. Ну, я так везде ем. Он кислый, но... Да, блядь, ой, гайс, как тебе объяснить? Вот попробуй, и ты сразу поймешь, что он не такой, как наш. Он же закрытый. Что? Ты главное, только не это, знаешь, а так... Не так вот открывать. Если я блядь, ну твою мать. Блин, он опять утирует на этом бойсе. Пятьдесят просто. Прямо. Ну, короче, пока лети. Перекатим. Я вам зарвался. Я же увидел. Да, но я не видел. Да, за 10к будет вертолетики. Не, я хочу просто с такими вот... Сильвершайн! А захвати там мне бутылку Хугардена! И мне тоже. Нет, тебе нельзя. Лучше банку. А я бутылку еще купил себе сейчас. А мы просто не знали, сколько осталось здесь. А мы тебе банки взяли. Да, хорошо, я здесь надолго. Вы еще подумали, что наверняка ты не будешь еще обычный светлый. Ну нет, я буду, когда закончится Хугарден. Так они по Хугарден и купили. Вот хорошо. Все равно завтра еще по Хугарден подвезет. Да, но это еще какие-то что-то лайдовое, типа шампунь. Я хочу что-то. Нахуй шампунь, ну пускай пусть еще ящик. Больно. А давайте запряжем его что-нибудь прикольно сделать, типа. Будь запряжен жареный шашлык. Этот кузнецу, кузнец привезет. Ну кузнец, понятно, кузнецу не прикольно, пусть папа кукроч напрягается. Я думаю, он сейчас это слышал, скажет тебе нахуй, пошел. На самом деле, знаешь, что он уже записался. Он уже описался. Хинкали? Ну, помните, мы помнишь, что тогда ходили? Я, по-моему, хуйню сделал, да? Ты думаешь, ему будет не лень туда идти? Не знаю, но там топнут хинкали. Если он туда пойдет, будет фасолевый пирог не пишет. Вон он уже пишет. Лучше мам.
Он пишет, что сходит за ящик. Я, кстати, вчера наконец-то съел этот ананас, который мне алкаш приносил. Ну, хуёво уже было на нас. Ну, блядь, он столько лежал. Спустя 3 недели он вообще был не очень. А все, кстати, пикчи пересмотрел, нет? Какие? Не все? Карин, дай мне iPad, пожалуйста. На самом деле, было кощунственно съесть ананас после сути. Я просто не знаю, гид там весь креатив. Ну, слушай, по сути, это уже был плохо ананас, поэтому я просто трупоедством занимался. Это был просто труп. Ой, я с тобой Я помню, с ним поругалась, когда он огурец съел, пьяный, да? Пьяный огурец? Ты видел мистер Пух секси баста? Тем более, все правильно сделал. Галкин. Да, я видел, да. И мы в пробке. Мы с тобой. И мы от пробки. Слышь, комплектация NES Mini, кабель HDMI, USB кабель для питания системы, контроллер Nintendo. Один? Нормально. Один, да. Один? Один. В наборе один контроллер. Тебе что, мало? Да. Ну мы сказали... Тебе всегда мало. Понимаешь? А это тоже я не знаю, что слышишь. Я алкаша. Люк, я не знаю, что они говнились. Это официальная, короче, группа Мир Nintendo Республика. Ну, в смысле, это... Не, видишь, нету адаптера питания. У адаптера питания нет. Адаптер это вот это вот. Это вот это вот беленькая, да, хуйня. Розет. Я только не знаю, нахера. Заебись, мне вообще нравится. Просто просто. Не, ну я комплектую. Сука, я так ржал, что техниколог вообще, блядь, божит просто. Я вот с этого ржал, спасибо за бангер. Сука, я вообще не мог, ну это пить. Спасибо. Алкаш не приедет больше? Блядь, вот потом вообще напился, такую хуйню начал нести. Что за алкаш? Тейп. Тейп он грейп. Я его не застал. Подожди, а ты смотрел на Кёртину историю? Да, вообще было лучше, по-моему. Спасибо за бан, да, отлично, молодец. Блин, каждое сообщение читал просто. Он говорит, типа там, типа, разум 76, спасибо за единичку, там. Эричка, спасибо за отлично там, да. Там, походу, реально найдёт. У меня в Твиттере я смотрю пикчи, чуваки, я же все туда выкладываю. Кто не видел, может пойти и посмотри. Блин, а мы, кстати, так не посмотрели. Кого так не посмотрели? Смайлик, он глаза переделал. Смотри, какой смайлик. А, о, вообще только с зелеными глазками. Ну. А что за лимонад? В смысле? А что ты хочешь? Ты хочешь? Пару дней назад мы закрывали бумажку, а сейчас Хугарден не показываешь. Блядь, ты ничего не понял, что ли? Закрывали бумажку, потому что это, блядь, смешно было. Это не пермач, Фокс, это Твич тупи. А же откуда вот везут? Ну это же лимонад. Угарно называется лимонад. Бельгийский, вкусненький. Блин, вот что мне, единорог, или череп? А ты можешь, смотри, как вот... играет мелодия, ты можешь эту мелодию заменять, как бы подбивать и вот петь аутизм. Типа так, аутизм. У тебя есть отлично получается, давай ты за меня это будешь делать. Нет, ты должен ты. Ну что, это я для того, что... Ой. Кто там хостел? А, Skywalk. Спасибо за хостел. Skywalk просто шестерки. Ну он, да, его очень сильно сильно будет. Ну сколько мелких. Я 2 года с детьми провезла. Где ты увидел? А ты у нас дал смятение? Ну он же хочет. Ну, сначала это, а потом... Раз, два, три, четыре, пять, семь.
Брой, давай с добром и позитивом. Здорово, Скайволкер. Меня бы так ржали с этого симулятора, видишь, как бля, я сейчас поднимал, пиздец. Помнишь, я бегу тупую про фиолетового динозавра, который... Я увидел только самый конец. А ты помнишь эту игру, Бар? Ну вот помнишь эту игру? Нет, я только самый конец увидел, когда в Дюлис играли. А ты вообще ее до этого не видел, когда я ее с ними не нашли? Ну я зато видел хот-дэнс. А, ну вот. Есть предложение? Какое? Там хит спрашивают, нашли купы не. Нет, не нашли. Брода, где? А, мы открылся. У нас тем более. Вертолетик, вертолетик. Они что-то все, везде летают. Да, где, Лер, Лер, где вертолетик? Вон он. Вон, вон, видишь, как близко? О, НАТО и Ослави такие не летают, между прочим. Летают вообще-то. Очень редко. Живи рядом с кадром. Я забываю, что... И я буду к тебе полтора часа ездить. Крыса, сюда. Крыса. Я был маленький, где-то в садике гуляли. Были? Где мы садиком? Гуляли когда? Или где-нибудь слышим вертолет летит, все так смотрели, так вот долго. Вертолет, так вот, смотрели, вон вертолет, так смотрели, за ним. А у меня работа рядом с вертолетным клубом. Здесь же что-то... Блядь. Я просрал. Блин, хлеб вообще же БЖ. Да. Я говорю, охуенный. Сейчас сначала они тебе могут не понравиться. Вот зажрёшь, ты говоришь, блядь, значит, это не очень. Я потом сука сидишь и жрёшь их. Они, да, ну когда вот... Бля, я просрал динамит, или я не взял его. А запиваешь? А чё вот когда их запиваешь, да, они вообще как под пиво прям. Что теперь делать? У меня динамит нет. Всё, пиздец. Они сейчас солёненькие. Да ладно. Спасибо, Вапут, еще за соточку. Спасибо, чувак. Спасибо. Теперь босса не скопил бюро. А где еще бутылка есть спрятанная? Может, я помню? Нет, просто вот так вот. А, мне покажи тоже, я не видел. Едить. Где единорог? Вот единорожки. Где? Нет, ты вижу. Это можно? Да. Вот иди. А, во, вот я вижу, да. Охуенно. Вот сейчас буду рисовать. Ну, давай. Раскрашиваю. Вот, кстати, по мастеру. Нет, там есть. Русалочка я пытался. Брови рисовал. Русалочка сказала. Блин, а... Лер, 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 там где-то мой телефон где-то прям под тобой лежит. Лер, ты не помнишь, где Вапуду? Сейчас, посмотрим, как рисунка. Да, я понимаю. Фух, ну поехали. Ну нюх, ну. Отойди, я просто смотрю. Господи, оставлять нарисовала. Папе дали раскраску, называется. Да, все. А, это целая серия этих картинок. Блин, мне кажется, он синий был, но я могу ошибаться. А, все, я нашел. Ты сегодня знаете, какой фильм Поди смотрел? Какой? Сейчас скажу, сейчас скажу, сейчас скажу. Сейчас скажу. Не могу сказать, не могу сказать прощай. Советский смотрел такой фильм? Нет. Мелодрама 82 года, чёртый весом прокат у нас в стране заняла. А кто так играет? Ну так-то какие-то на самом деле неизвестные чуваки, но такие... Харизматические. Сергей Варчук, Анастасия Иванова, кстати, блять, Анастасия Иванова, короче, вот, из городка, из фильма. Я, короче, смотрю так, типа, годы жизни-то, да? Да, до смерти, там, 93 год, 34 года прожила, я думаю, что это фигня такая. Знаешь, что выясняется, короче, зарезали дома, блять, её. Зарезал, короче, другой актер, который сидел 10 лет, за то, что зарезал, короче, другую актрису. Что? И он пришел к ней, типа, помянуть, короче, какого-то другого актера, который куда-то заткнулся. И вот и зарезал ее, и уже чудо. Пиздец, какой-то вообще просто. Ну, фильм хороший.